познакомилась несколько лет назад. Очень часто можно увидеть их танцы на разных площадках нашего замечательного города. Пары, которые порхают на танцполе. И мне хочется выразить огромную благодарность руководителю этого хореографического коллектива, который называется «Танцевальная веранда». Максим Николаевич, вы радеете всем сердцем, болеете всей душой за то, что вы делаете. На его репетиции приходишь и наблюдаешь, с каким энтузиазмом работают сами танцоры и их руководители. Ну и, конечно же, мне хочется сказать огромное спасибо двум парам, которые когда-то помогли в благотворительном концерте. Итак, благодарность сладкой парочке Холесесов Уиллами и Валерию Леонидовичу Савенковым. И дуэту, который мы назвали «Энерджайзер», Ольге Юрьевне Корбан и Алексею Петровичу Третьяку. Дорогие артисты танцевальной веранды, 15 лет – это небольшой срок, но за этот срок вы сделали очень многое. И от всей души вас благодарит концерты ансамбля военно-транспортной авиации Министерства обороны Российской Федерации «Серебряные крылья». Я ее руководитель Николай Соничев, и все наши артисты, которые сейчас присутствуют на репетиции, которых нет, они также передают вам огромный привет, поздравляют вас с праздником. И вот этот альбом, который мы выпустили благодаря вам, 15 лет из 38 лет, 15 лет нашей творческой деятельности, благодаря вам появился на свет. С праздником вас! Ура! 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 Ура!